Забирай. А, это сколько алмазов? 500 миллионов. Так, а что теперь надо делать, чтобы банк свой купить? Ну, заходи в банк, там сверху справа будет написано, что купить банк, помню, что такое, не помню уже. Так, D-Bank, buy account, 7,5 миллионов. Да. Ваш банк открыт. И что теперь нужно делать? Нажимать. Если хочешь прокачать, для чего тебе вообще банк нужен? У меня вопрос. Я не знаю, я просто хочу узнать, что такое банк. Снять про это видео. Банк, с помощью банка ты сможешь хранить типа пэтов, гемы, и типа ты сможешь добавлять туда свои, ну, типа, друзей, там, ну, просто игроков любых, типа, и плюс тебе будут там, ну, каждые там 24 часа, например, там добавляться каких-то, ну. А куда нужно нажимать, гем, чтобы его прокачать? А туда же, по-моему. А, нет, там, короче, вот будешь settings, свой банк. Settings. Мой банк, настройки и Тир второй? Угу. Тебе надо гемы положить в банк. Гемы в банк положишь. Так, я покупаю тир второй. Еще тебе надо деньги в банк положить. Деньги в банк положить сначала. А, вот, вижу. А как? Депозит там справа, ну, с оранжевым, как лучше. А, вот, можно? У тебя есть там вместимость, то есть, ну, какой-то грань. Сколько ты можешь положить, то есть... Максимум, не помню, там было 50, что ли, на первом тире. Ну, типа, там, положишь 50 миллионов и купишь, то есть, второй тир, например, и т.д. Стоп. Я положу сейчас 40 миллионов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, теперь я могу купить тир второй. Настройках, купить. Так, все, я его купил. Что теперь? MyBank. Что? Теперь можно сюда положить, да, сколько-то? Да. У тебя будет, там, каждые 24 часа, например, ну, приносить какую-то прибыль. А тут пэты ложить, это что такое? Просто пэты положить можно. А это ничего не делает, да? Нет. Я сейчас могу сюда все свои алмазы положу? Угу. Так, я положил сюда 468 миллионов 618 тысяч. Угу. Вот только я не понимаю, нафига он тебе нужен, но... А я не могу столько положить. Хотя, смотри, ты можешь посмотреть, сделать, где ты покупал банк, ну, прокачивал. И там, то есть будет, вот, типа, тир второй у тебя... У тебя будет написано, сколько ты сможешь положить. Я ставлю эти деньги. Все, я положил сюда. Можно еще 750 тысяч положить. Ну, все. Я не знаю, зачем тебе нужен банк. А он вообще нормальный? Он вообще что делает? Ну, если ты прокачаешь его до максимума, то да, нормально. Я могу третий уровень купить. Это бессмысленно для тебя лично. Что вообще такое банк? Что он делает? Я его купил, не знаю, зачем. В банке можно вложить депозит, то есть свои гемы. Вот у меня, например, в банке лежит 90 миллионов. У меня 7-й тир. Каждые 24 часа у меня приносит 0,7%. Ну, 0,7%. Каждые 24 часа. И все, что это вот делает. Ну, то есть он мне приносит там 500 миллионов. Он приносит, да? Да. Но для тебя лично он будет, ну, типа, нафиг не нужен. Он мне мало. Потому что он тебе будет очень мало, да, приносить. А стоп, а как ты добился того, что он тебе много приносил? Просто был богоюз, гемов, да. Ну, типа, на дюпл гемов и купил максимальный тир и все. Баг на гемы? Да, он типа вот, ну, типа он был, потом еще вот недавно был один баг, но я не смог его изумить. И все. Никто вообще, что ли, честно, банк не прокачивает, только багами. Значит, ты видел, какие там цены? Последний тир за 20 тысяч рубаксов. Да. И мне теперь надо сдать 24 часа, чтобы что-то сделать. Угу. Короче, полная фигня. Не, он же будет мне приносить. Деньги. Ну это только 1% это сколько? Это 0,1? Так, сейчас я посчитаю, сколько это. 24... Это очень мало. 224 миллиона. Тут хотя бы 1% будет 2. 2 миллиона 220 тысяч мне будут давать каждый день. Если что забрать, типа, тебе надо будет, типа, вот заходишь туда же, где тебя, ну, где-то прокачивали, ставишь чуть-чуть ниже, и там будет коллектив. Английский у меня суперхеро, так что да. Может мне его еще раз своего повысить? Ну, можешь. На 0,75 будет. А зачем тебе этот банк нужен, я же не знаю. Ну, а ты сколько в день получаешь? Ну, по 1,7 миллиона. Ну, 600 где-то так. Миллиону или миллиарду? Миллиону, 700 миллионов. Но я, у меня два банка, поэтому я... Ну, три банка у меня, поэтому я получаю по миллиону. Стоп, ты сколько в день с одного банка получаешь? С одного 700, ну, 600, где-то 700 миллионов, короче. 600-700. Это мало, мало или много? Ну, типа, это много, но, типа, мало. Для продажи это мало. Я продаю гем. Ничего не понял, ну ладно. Короче, я продавец гемов за рубли, то есть на следующие деньги. Типа, для меня это вечно мало. А так для игры это мало. Я сейчас попробую еще раз тир купить. Тир 4 уже стоит еще больше. 800 миллионов, прикольно. А я могу сюда еще, да, положить? Угу. Чтобы это из моего банка вычислить, что ли?
Положим туда еще. Также ты можешь добавлять типа друзей, там, но они у тебя могут сбить гемы, поэтому так что не советую. Там есть какой-то баг в видео, чтобы это клонировать все. Это работает? Уже нет. А, я положил сюда миллионы, и что теперь? А, понятно. Их можно сюда еще питомцев вложить. А что делает позвать кого-то? Они просто типа могут тебя там положить там в этот гем, либо забрать гем какой-то. И все. Короче, тебя могут ограбить. Ну да. Ну, типа я лично положу просто 3 твинка, ой, 2 твинка на этот основу просто закинуть. А как ты вообще фармил гемы на сам баг? Мне чел дал, который на багу. Да. А как вообще люди делают алмазы без багов? И без того, что просто фармят. Вот тут если ежедневно забирать, можно по миллиону в день получать. Где? Ну вот здесь. Но если, миллион? Ну, нет, ну тут 200 тысяч дают, но если за целый день можно получить 1 миллион. А еще как можно получить алмазы? Просто фармить гемы, коины. Так что ли? Угу. Мне 14 только дали штучек. Да? Там мало. Поэтому все багу фармят. Либо покупают у других игр. Не, ну где берут гемы те люди, которые не покупают и ничего не делают? Которые в самом начале были. Не знаю. Кроме этого, что ли, никак гему нельзя получать. Угу. Обидно. Угу. Попробую сюда еще питомцев положить. Каких-нибудь, которые мне не нужны. А если я сюда питомцев положу, кто-нибудь сможет забрать? Если ты не добываешь никого, то не заберет. Добавить в банк ты только сможешь. Типа. Никто другой не сможет. А меня кто-то может добавить в банк? Да. Хоть кто, у кого есть второй тир банк. Мне просто кто-то... Этот, Infinities, мне пару раз кидали. Тогда все получается, да? Это все, что может банк. Да. Ну да, я думаю, что-то будет побольше, ну ладно. Ну, ладно, я пошел дальше продавать гемы. Ладно, пока тогда. Спасибо тебе. Угу.